На протяжении месяца желающие поучаствовать в конкурсе Miss Shimkent City Racing выставляли фотографии и видео с любимыми автомобилями на своих страничках в сети Instagram. 16 участниц старались удивить. Кто-то оригинальным дизайном автомобиля, кто-то своей яркой внешностью. Победительниц выбрали пользователи Instagram. Наибольшее количество голосов и звание Mini Miss Shimkent City Racing завоевала 5-летняя Мария Привалова, получившая укладку в детском салоне красоты New Star и подарок от магазина «Дом игрушки». Ну, у нас любовь к машинам от папы передалась с раннего детства. Мы только услышали про конкурс, наша мелкая сразу. Я участвовать, я буду участвовать, я хочу. Вот так вот и решили участвовать. У нас были крутые фотосессии, очень крутые. Это было очень интересно. И вот одна фраза: я буду фотографироваться только Subaru. Так что мы выбрали Subaru, у нас все фотографии были Subaru. Первое место и звание Miss Shimkent City Racing, а также букет от «Для роз» и полугодовой абонемент в зал CrossFit Shimkent по итогам конкурса получила Вероника Завьялова. Мероприятие для меня новое, поучаствовать я просто обязана. Вспомнила, что у моей подруги есть знакомый на очень крутой машине, и мы решили организовать фотосессию специально для этого конкурса. Меня поддержали все мои подруги, мама за меня голосовала. Я не ожидала на самом деле, что я все-таки займу первое место, но подумала, что до конца дойти надо и прийти на награждение. Я даже отпросилась с работы. И когда назвали мой номер победителем, я просто растерялась, но я очень рада. Финал Miss Shimkent City Racing запомнился конкурсом на самое креативное приседание. Все конкурсантки в итоге получили абонементы на недельные занятия кроссфитом, чтобы всегда быть в форме. Праздничный день завершился ярким концертом, участие в котором приняли лучшие артисты нашей области. Аккордеонист Махмуд Урумбаев, танцевальные коллективы «Седьмой континент», «Метро Дэнс Тим», «Бюм Шейк», инструментальный дуэт «Дестани», рэперы «Сырым Макаш» и «Атика». Всех их объединяет любовь не только к творчеству, но и к автомобилям. Очень крутые марки, очень крутые, да. Особенно старые, такие классные, такие, знаете, эксклюзив какой-то. Бесподобные. Да, такое чувство, как будто бы в прошлом. Оказалось, какое классное ощущение были. Добавила огня в буквальном смысле выступление факира и шпагоглотателя Абасхана.